Видите, у нее чистые ладошки. 4 месяца назад фотография. А был псориаз прям. Ну вы знаете, что такое псориаз? Вот это фотография, чешуйки. Это шерши. Вот смотрите, как было. Кожа чешуя. Вы представляете? Неужели это все прошло? Да. Прошло. Да. Вот же чешуя перед вами. Нет, вот, ну, смотрите. Да. Ну вот зачем маме с ребенком обманывать? Вы скажите. Да, сейчас руки покажу. Давай руки тоже давай покажу. Так это же счастье для мамы. Да. Есть результат. Там и руки там. Для девочки счастье. Было. Это же мучение. А я, вот, на голове вся голова была покрытая. Руки покажите, пожалуйста. Кто еще не верит? Руки чистенькие. Знаете, фотографии. Нет, подожди, мы видим. То есть смотрите, это действительно фантастика. Теперь рассказывайте, поскольку вы сколько времени пьете, на какое время начали результат? Обострение было или нет, мама? Обострения не было, но этот... Как она себя чувствует? Подташнивание было, когда начали пить? Чуть-чуть. Тошнило, да. Голова кружилась? Спать хотела? Спать. Все время сон. Или наоборот, сила, энергия появилась? Наоборот, сила, энергия появилась. Хорошо. Посмотрите, от рук нет. Вот ты понимаешь? Руки всю ночь чесались. Раньше, да? Когда она начала пить, уже не чешутся ночью. Она спит. Но мы только пьем. Я побоялась. Почему на видео записывается? Потому что да, вместе. Вообще чудо. Я форму сейчас покажу. Через сколько прошло? Через 2 месяца уже стали изменения. Рука вся была красная, а теперь... Покажите, как такое. По одной капсуле пьете? Сначала по одной капсуле. Потом это нам сказали, что это много для ребенка. Потом мы по полкапсуле начали пить. И сейчас она до сих пор по полкапсуле. Сколько лет? 12. Вообще капсула нормальная.